запуталась. Сейчас, доченька, подойду. Где же ты запуталась? В многодетной семье Ульяновых папа – это главный помощник. Пример для подражания, опора и поддержка для каждого из 11 детей. Когда-то в детстве я играл на баяне, поэтому по музыке, где могу, подсказываю, помогаю. Был преподавателем в вузе, поэтому то, что связано с учебой, тоже во всем могу помочь. В спорте, борьбой когда-то занимался, мальчикам тоже могу помочь где-то в спорте, в занятиях тяжелой атлетикой. Для детей папа настоящий герой, а мама – хранительница домашнего очага. Чтобы накормить большую семью, у Миланы Ульяновой в ход идут 15-литровые кастрюли. Накормить большую семью, если ты одна, конечно, это очень сложно. Поэтому мы с малых лет с мужем растили вот себе помощников. 5 дочерей, маленькие и взрослые, каждый день помогают маме готовить завтраки, обеды и ужины, загружать посудомоечную машину и печь хлеб. Несколько лет назад Ульяновы отказались от магазинного хлеба, перешли на домашние. Все продукты глава семейства закупает на оптовых базах. С таким мужем, настоящим добытчиком, быть многодетными – одно удовольствие, признается супруга Милана. Он всегда в хорошем настроении, все свои проблемы он оставляет за дверью, приходит всегда уже в хорошем настроении, заряженный только на доброе, и с детками, и детям несет этот свет, это добро, это вот такой вот искры у него прямо вот. Он так зажигает всех на какую-то работу. Ребятки, давайте, вот здесь вот поможем маме, вот здесь папе. Были времена, когда ютились на 25 квадратных метрах, а сегодня они живут в большой благоустроенной квартире благодаря жилищному сертификату, выделенному по социальной программе губернатора Андрея Воробьева. Гордятся участием во всероссийском конкурсе «Семья года». Фотография, сделанная для этого мероприятия, висит в гостиной на самом видном месте. Вы знаете, эта фотография была сделана в 2019 году. Мы ее специально делали как бы такой подарочной нашей знаковой фотографией. И чисто случайно эту фотографию сделал фотокорреспондент нашей местной газеты. В день отца в семье Ульяновых обязательно испекут праздничный торт. Соберутся за большим столом, скажут папе много хороших слов. Иван Николаевич для своих детей и супруги, как солнце, всегда излучает тепло и дает силу роста. Татьяна Горностаева, Максим Силаев, Первомытищинский.